У Звеневого Владимира Гуркина хорошее настроение. При такой кукурузе как не собрать по 50 центнеров сухого зерна? Богатый урожай и на других полях колхоза «Путь к коммунизму» Турковского района. А рядом в колхозе «Гигант» дозревает яровая пшеница. Но особенно радует озимка. Тут верных 150 пудов с гектара. Июль не баловал хорошей погодой. Однако и в сложных условиях машинист лопетной жатки Борисов скашивал по 30 гектаров в смену, а это две нормы. Прошлый сезон комбайнер Фролов намолотил 7000 центнеров, и теперь он намерен дать не меньше. С каждым днем нарастают темпы хлебосдачи. Турковцы уже отвезли на элеватор почти миллион пудов зерна в счет 130 саратовских миллионов.